привет! Сегодня я играю за мотоцикла в Ice Cream 4! Прямо сейчас влепите лайк! Меня Шпендик куда-то тащит! Шпендик пошел вон! Мы закинем сюда бомбочку, и почему-то у меня все непонятный какой-то синий экран. Сегодня я хочу сыграть за мотоцикл, попробовать вообще, как будет реагировать на меня, именно Мороженщик, а также его подчиненные. Отсюда я выйти не могу, так что мы сделаем сейчас так. Что будет, если я буду тут находиться и сделаю себе мотоцикл? Очуметь! Смотрите, что за баг происходит! Ой-ой-ой-ой-ой! Мотоцикл, ты чего? Очуметь! Он перевернулся и я упал вниз. Мотоцикл против мотоцикла. Ну, я, конечно, неудачно стал. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите! Очуметь! Мотоцикл стал на мотоцикл! Так сесть могу, не могу. О, жесть! Так, 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 где я, где я? Ехать могу? Не могу, что происходит? Так, теперь. Смотрите! Меня куда-то заколбасило. Мотоцикл просто не вмещается. Вот тут могу более-менее уже свободно кататься. Это уже получается кафешка. И тут у нас такие вот интересные штуки. Смотрите, я застрял, что ли? На самом деле я же еду. Ё-моё! Ай-яй-яй-яй! Колбасит! Капец, жесть! Конечно, просто так не поездишь на мотоцикле. Нужно выбирать определенные места. Определенные такие места, которые очень удобно ездить. Но именно в локациях с Ice Cream 4 тут кататься не так уж и как бы легко. Посмотрите, я хочу его сбить, этого шкета. Вы можете это представить, друзья, я нахожусь на крыше. И мне кажется, мотоцикл вообще не едет. Ему все равно. Но теперь будет ехать. У-ху-ху-ху. На крыше Мороженщика катаюсь на моцике. Интересно. Нет. Моцик, живи. Пишите комментарии. Моцик, живи. Нет, нет, нет. Очуметь. Нормально так-то выжил. Катался на крыше. Капец. Ну, слушайте. На мотоцикле реально круто играть. Получается, мы можем спокойно ездить по этой местности. Мы реально играем как будто в GTA, знаете? Звук машины, звук мотоцикла такой же, как и в GTA. GTA San Andreas. Вау! Если вам лень скачивать GTA-шку, если у вас много занимает места, пожалуйста, вот тебе и GTA. Просто выехали за пределы карты, например, вот сюда, и все, спокойненько катаешься себе, никому не мешаешь. И надеюсь, мне тоже никто не будет мешать. Куда я полетел? Нет! Мне, слушайте, нравится. Играть за мотоцикл. Мы можем, смотрите, любые места сюда зайти. Смотрите, даже тут проехать вот так вот. Вау! Давайте покажу, где едет Мороженщик. В начальной касцене. Сейчас, подождите, я стану ровно, и мы полетим! Ё-моё! Вот это экстремал, конечно. Но на этой местности кататься одно удовольствие. Посмотрите, тут дорога такая очень удобная. Специально для Мороженщика. Специально для этой касцены. Вау, очуметь. Мы можем перекрасить свой мотоцикл. Вау. Что такое? Ё-моё, что это? Что я делаю? Смотрите. Что я наделал? Очуметь! Какую-то дичь! Так, подожди, сядь. О, тут какая-то платформа у нас. Жесть! Ладно, давай сядем обратно. Ой-ой-ой! Смотрите, куда этот парад пошел? Давайте двигайте сюда, вы чё? Очуметь! Куда они собрались? Как они тут собрались, а? Слышите, Мороженщики, идите сюда! Совсем сдурели? А ну-ка! Давай, 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 ты чего? Мотоцикл, не подводи. На! О, смотрите, просто улетают в бездну! Очуметь, подожди! Где они? Куда они улетели? Я не знаю, куда они улетели, но очень эпично было. Они просто поулетали, как не знаю, как спичные коробочки. Вау! Подожди, еще раз давай. Сели. А ну-ка, чуваки. Давайте вы свалите, а? Они не могут забраться в свой же, получается, как бы фабрику. Потому что я их просто-напросто сталкиваю. Подожди, там Борисенки есть.
Борисенки, вы что там делаете? Борисенки? Что? Они против друг друга стали, смотрите. О! Где это я оказался? Очуметь! Я внутри. Жесть! Поехали, у меня же есть моцик. Он ничего не может тут сделать, потому что слишком мало места. Опа, здорово, чувак, как дела? Бум. О, о! Чё? Меня колбасит! Колбасит до утра, наставляет колбаса! А, чё, меч, что происходит? Капец! А! Поехали, поехали, поехали! Смотрите, как колбасит! Жесть! Так, ладно, мы уберем. Все, я думаю, не будем мучить моцик. Капец, что это было вообще? А что будет, если мы вообще сюда пройдем? Смотрите. Давай, и раз. Так, у нас тут мороженщик нам не нужен. А! Что? Как они тут оказались? А чё медь? А? Что? Слышите, мороженщики, давайте, не дурите. Смотри, 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 на моцике. Ай-яй-яй-яй. Что я делаю? Я не знаю, что я делаю. Мороженщики, вы чё там? Как вы тут оказались вообще? Вы просто гляньте. Чё они тут делают? О, мы пытаемся наладить контакт. Мы хотим подружиться. Не мешай, мы шепчемся. Короче, давайте его поймаем и съедим. Что? Я услышал, что вы хотите меня съесть? Слышь, я вам не дам, вонючие мороженщики. Как они тут оказались вообще? Жесть какая-то. Так, моцик, давай в помощь. На! А, чуметь, смотрите, одного сбил. Его колбасит. Жесть. Еще раз. Сейчас мы будем вот так вот баговать их. Подходи прямо сейчас сюда. Вот так вот сядь. Смотри, смотри, смотри. Бум. На! А, чуметь. Смотрите. О-хо-хо! Жесть. А, что происходит? Смотрите, что с ними. Просто всех переколбасил. Офигеть. С мотоциклом. Бум. На, 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 на. Смотри, 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 смотри. Всех колбасю. Просто жесть. Сейчас посмотрим, что будет в итоге. Давай, 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 давай. Мясокомбинат. Все пустим на мясокомбинат. Так, где я оказался? Смотрите. Все заколбасились. Очуметь. Это настоящий баг! Инновационный баг! Непростой! Смотри, смотри. Опа! Появился! На! Ух ты! Вылетел наружу! Капец! Смотрите, тут тоже можем покататься, да? Круто! Вау! Я не знаю, куда... А, ё-моё! Просто упал в бездну! Короче, друзьяшки, надеюсь, вам понравился этот ролик. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. Сегодня был эксперимент с мотоциклом. Я думаю, вы оцените, напишите свой комментарий, любимый, классный, крутой. Все, всем удачи, всем нормально, всем спасибо, всего хорошего, делайте добро, не дайте зла, будьте на позитиве. Всем пока-пока-пока, нас ждет следующее видео с фургоном.